Отдел по обеспечению жизнедеятельности поселка городского типа Хрустальная является структурным подразделением администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики и включает в себя три территориальные единицы – поселок городского типа Хрустальная, поселок городского типа Княгиневка и поселок Хрустальная. На территории функционируют следующие организации и учреждения. Государственное общеобразовательное учреждение Луганской Народной Республики – Хрустальская школа номер 33 имени кавалера шахтерской славы Яворского, два клуба, два отделения почтовой связи, фельдшерско-акушерский пункт. В поселках осуществляют свою деятельность 12 частных предпринимателей. Вся работа отдела направлена на решение вопросов улучшения качества жизни, благополучия и жизнедеятельности поселка. Сотрудниками отдела были организованы и выполнены следующие работы. С июня 2021 года по настоящее время выдано 209 справок о составе семьи, 72 акта о фактическом месте проживания, 22 бытовые характеристики. Зарегистрировано 18 человек в электронной очереди для получения паспорта Луганской Народной Республики и Российской Федерации. Ежедневно проводится ценовой контроль на продукты питания социальной значимости. Осуществлялась совместная работа с Управлением труда и социальной защиты населения по подготовке и сдаче документов граждан на получение денежной компенсации для приобретения твердого бытового топлива. Систематически с квартальными уличных комитетов и жителями поселков проводилась разъяснительная работа о запрете сжигания сухой травы и мусора, своевременном покосе травы возле придомовых территорий. 8 сентября текущего года в поселке городского типа Княгиневка по улице Гагарина, район дома номер 11, были организованы работы по ликвидации несанкционированной свалки твердых бытовых отходов, созданной жителями, объемом 45 кубических метров. Работа отдела направлена на благоустройство поселков, которая проводится работниками, занятых на работах временного характера. Производился систематический покос травы и вырубка молодой поросли вдоль обочин автодорог, возле заброшенных домов, остановок общественного транспорта. Благоустроены братские могилы советских воинов в поселке городского типа Хрустальный и поселке городского типа Княгиневка. Благоустроены детские игровые площадки по улицам Богдана Хмельницкого, Первомайская, Волочаевска, Горького. Согласно планам мероприятий по экологическому оздоровлению поверхностных вод и уходу за ним, были проведены работы по благоустройству прибрежных защитных полос речки Хрустальная в поселке городского типа Хрустальная и речки Меус в поселке городского типа Княгиневка, 0,45 гектара, и ликвидировано 5 заторов. С 20 сентября 2021 года по 26 сентября 2021 года на подведомственной территории была проведена акция «Очистим республику от мусора», на которой были выполнены работы по благоустройству закрепленных территорий. В октябре текущего года проведена встреча с председателями квартального комитета и жителями по вопросу разъяснения к порядку предоставления компенсационных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого бытового топлива гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением правительства Луганской Народной Республики. В связи с эпидемиологической обстановкой и на основании выписки из протокола заседания ЧСПК при правительстве Луганской Народной Республики от 12 октября текущего года отделом проведена работа с организациями, физическими лицами, предпринимателями, жителями о необходимости соблюдения масочного режима и выполнении требований ЧСПК. Информация размещена на остановках общественного транспорта, магазинах, информационном стенде.